Пане Марку, добрий вечір вам. Рад приветствовать вас. Да. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нам важливо чути ваші думки з приводу того, як буде розгортатися ситуація в Україні. Ну і питання перше, тому що сьогодні були заяви з приводу того, що нібито Путін і військове керівництво Росії хоче захопити і південь, і схід України, і там і мати доступ не тільки до Криму, але й до Молдови. На що наразі Путін сподівається в Україні? Тобто, чого він хоче від України далі? Он не откажется от того, чтобы захватить всю Украину. Этого не будет. Он, несмотря на то, что не удалось блицкриг, с помощью блицкрига ошить этот план за там, февраль, начало марта, тем не менее, вторая фаза, которая началась на востоке и на юго-востоке, она предполагает, что удастся выйти к административным границам двух областей, Донецкой и Луганской, ну и по возможности продвинуться дальше Херсона. Возможно, в целях ближайших Николаев. Ну, Запорожье, может быть. Но, в принципе, потом, возможно, передышка какая-то. Причем сложно сказать, сколько она займет по времени. Необходимо будет провести дополнительные действия по мобилизации, возможно, даже. Вот. Хотя я не верю в всеобщую мобилизацию. Но, безусловно, перегруппировка войск, пополнение вооружений, переукомплектация. Я считаю, что он даже на достигнутом не остановится, пойдет дальше. Цель вся Украина. Никаких других целей у него нет. Более того, мы видим, что за эти два месяца стало очевидно, что ему нужны не только земли, но ему надо уничтожить украинский народ. Понимаете? Никаких других целей нет. Он уничтожает украинский народ. Украинского этноса вообще не должно быть. Вот. Ми сьогодні, власне, згадували про втрати Російської Федерації під час повномасштабної війни в Україні. За 20 тисяч перевели кількість людей, хоча ми розуміємо, що можна ще добирати в Росії, і будуть добирати. Багато дуже техніки тут нищать росіян, нищать наші військовослужбовці. Наскільки великим і потужним нині є військовий потенціал і запас Росії? Тому що ми розуміємо, є санкції. Деякі підприємства в Росії протиоборонної системи, вони зупиняють свою роботу, бо немає комплектуючих. Наскільки оцього військового потенціалу Путіну може вистачити? Можливо, там на кілька місяців чи на кілька років? Яка ситуація? Ну, смотря що. Понимаете, снаряди і патрони будуть производити, як уморочені. Там нет проблем. Тому що воєнні підприємства, це ще совєтське производство, можуть производити скільки угодно. Тут ограничень нет. Що касається складніше з авіатехнікою, ну, от Міги випускає завод в Луховицах. По різним оцінкам, він зараз може робити, ну, наверное, один истребитель в неделю в лучшем случае. Но я думаю, реально в месяц. Потому что не хватает деталей, авионики, там, бортовых систем и так далее. Потому что много деталей, много комплектующих, они двойного назначения. Либо вообще иностранные, которые приобретаются за рубежом и так далее. Ну, есть, конечно, возможности по производству артиллерийского оружия, потому что это собственное производство системы. А вот все остальное проблематично. До конца мы не понимаем насчет крылатых ракет, сколько их, понимаете? Сложно ответить на этот вопрос. По разным оценкам их гораздо меньше, чем заявляет об этом российская Минобороны и может использовать их для обстрелов территории Украины. Проблемы уже есть существенные с бронетехникой, потому что танки уже, видите, старые появляются. Но вот кто что говорит? Кто говорит, что Т-90 выведены все из строя? Кто говорит, что еще есть Т-90? Но Т-70, Т-72 мы видим. То есть, значит, старая техника советская, оставшаяся еще от советских времен, она продолжает использоваться российской армией. Сколько ее? Ну, разные экспертные оценки. Конечно, она считается многими сотнями, но вот эффективность ее против тех вооружений, которые поставляются Западом, Украине, вот она под вопросом, потому что мы видим, во-первых, по этим двум месяцам, что западные средства, в том числе и противотанковые, и другие, конечно, они гораздо эффективнее, высокоэффективнее. То есть они показали свою надежность, понимаете? Это означает просто-напросто, что сколько бы техники у России не осталось, она не может выдержать конкуренции с западными образцами. И если Запад решится на поставку тяжелых вооружений, а в конечном итоге ракет,
да, которые необходимы для обеспечения бесполетной зоны и так далее, но хотя бы авиационной техники, то есть еще советской, МИГов, и, которые находятся на вооружении у ряда армий НАТО, ну, бывшего советского блока, то это существенно может изменить баланс в пользу Украины. Сейчас вопрос о вооружениях является решающим.